И всем привет, ребят! С вами я, Марк, и вы на канале 2А42. Давненько на моем канале не выходило экспериментов. Да и видео давненько уже. Поэтому мы сегодня будем делать ньютоновскую жидкость. Смотрите, что у нас есть. У нас есть вода и целое ведро с крахмалом. Кстати, вот такое ведро можно получить в KFC. Там будут идти ножки в комплекте. Остренькие, конечно, есть. Ну и фришка в комплекте. Вкусно. Нам понравится ложка, вода, крахмал и ножницы, чтобы открывать крахмал. Начнем. Кто-нибудь из вас слышал про ньютоновскую жидкость? Я, если честно, уже давно про нее слышал и решил попробовать. Понадобится два ингредиента. Первое – вода. Второе – крахмал. Начнем высыпать наш крахмальчик. Это всегда делаю, чтобы все вниз слетело. О, картофельный крахмал. Вкусно пахнет. Так. Высыпаем наш крахмал сюда. Давай. Картофель он уже запахло. Ставьте лайк. Классно. Второй пакет. Пошел. Главное мне тут свою комнату не испачкать. А то мне в ней надо еще видео снимать. Кстати, это уже вторая пачка. Как треснутая или какая-нибудь распаковка. Вторая пачка. Третья пачка. Четвертая, шестая. У меня 6 пакетиков. Сюда надо 4 пакета, сюда 2. Получается у нас 6 пакетов. Это нам оператору. Так. Вот крахмал. Он из Ашана. Так. Вот. Третий пакет. Так, давай, высыпайся. Весь полностью. Такое дело долговечное. Четвертый пакетик будем мешать. Я чувствую, я после этого видео буду мыть руки себе полностью. Потому что у меня уже все руки в крахмале. Все. Напишите в комментариях, а вы слышали про ньютоновскую жидкость? Четвертый пакетик будем мешать. О. Так, сделали. Теперь мешать мое более какое нелюбимое. Ой. Началось. Ньютоновская жидкость. В этой емкости у нас получилось еле-еле мешать, что мы аж руками тут мешали. Так что я буду высыпать пакетик и сразу мешать. Так, теперь можно. Ух, давай. На это блюдце у нас 2 пакета. Крахмала нашего. Так, сразу мешаем, мешаем. Ой. Так. Вот такая жижа. Вот она.
Так, добавим второй пакетик. О. Все. Можно отрезать. О, домик какой-то там. О. О. Все сюда, сюда, сюда. Сюда. Оп. И мешаем. Сразу мешать надо. Кстати, этот эксперимент вообще бюджетный. Эти пакетики в Ашане стоят 200 грамм. 18 рублей. Можно много намесить. А воду из-под крана взять. Я ее как раз из-под крана взяла. Наша ньютоновская жидкость готова. И смотрите, если вот так потрясу, ну да, жидкость. И вот эту, если потрясу, жидкость, жидкость. А если я ударю, то как об стенку. Ау, как об стол. Больно. Еще раз. Ой, просто ей по барабану, а мне это больно. А если туда вот плавно палец, например, то все входит туда. Прикольная жидкость, мне нравится. И то же самое с мячиком. Видите? Ой, он вот так вот, с высоты обычно. А если он упадет, его засасывает. Смотрите, я вот ударю рукой. Обычно, если я ее туда утоплю, то это как в болоте дело. Прикольно, расслабил вообще ее. Туда она впитывается. Ой! А я резко руку пытаюсь. Смотрите! Я резко руку пытаюсь. О, все. Вышло. О, прикольно. Оно мне напоминает, как будто шоколад застыл на руках. Реально, так оно вода. Я научился отскребать отсюда ньютоновскую жидкость. Берете краешек и вот так вот. О, как будто масло. Кусок сыра. Вот и сюда обратно. Так, посмотрим вот тут вот. Тут воды чуть-чуть побольше у нас. Потому что, видите, она вся такая, как будто в воде. Как бы можно сказать. Получается, на 200 грамм крахмала 200 миллилитров воды. Да, подойдет, в принципе. Можете пользоваться таким рецептом. Прикольно. А давайте посмотрим этой глубины. О, сыр. Вот. Вот тут вот. Все, сыр выкладываем. Обратно. Все, сырок. Так. В ней можно залипать полностью. Залипать. И она также... Итоги ньютоновской жидкости. Если туда резко руку, как я и говорил, будет твердо, а если плавно опускать, то все, считай, что ты на дне. А если резко пытаться, то фиг. Это если вообще у вас будет, как бы сказать, бассейн с ньютоновской жидкости, прыгните туда и будете пытаться резко выбираться, считайте, вы на дне. Вы не сможете выбраться, гарантирую, вы быстрее устанете. Поэтому, если вас бросили в этот бассейн, надо плавно. Но с вами будем прощаться. Вы были на канале 2А42. Меня зовут Марк. Всем удачи, всем пока!